Наша третья, ребята, глава. Штаб это Дельта. Мы опять без машины, идем пешком. Идем в магазин. Вас понял, Дельта. Подъемник на основной станции не работает. На шахту пойдете через завод. Идите прямо по дороге. Я вас понял. Ну что, вперед, ребята. Третья глава. Чертова тачка. Ведро с гайками, да? Починить можешь? Бэр, ты можешь починить, только запчасти нужны. Не думаю, что нам запчасти помогут, а мы идем дальше. Да, ливень, конечно, очень прикольный. Ну что, есть герои здесь? Саранча, или как вас там правильно зовут? Давайте, мужики, идем. 2007 год, ребята. Вы представляете, почти 20 лет назад, почти 20 лет назад вышла эта игра. А, ладно, штаб, у нас тут какая-то хрень, похожая на шавок. Но они светятся. Ясно, нам уже докладывали о расцветных шапках. Видимо, это прямое воздействие импульсии. Будьте осторожны, они крайне агрессивны. Так вот, 20 лет почти назад вышла эта игра. Это та культовая игра, которая дала... Я бы сказал, бы 5 частям, которые вышли на данный момент. Жалко, не все на ПК есть. Есть только первая, четвертая и пятая. Вторая и третья только была на Xbox. Хотя, может быть, есть какие-то эмуляторы, которые дадут нам поиграть на ПК, но я сомневаюсь, что, ребята, это будет. Ну ладно, мы идем дальше. Маркус и его отделение. Идем вперед. Откройте дверь, а? Это же заперто. Ну так скажи Джеку, пусть что это. Эта дверь слишком толстая, не выйдет ее пробить. Штаб это Дельта, мы на заводе, но вход заблокирован. Я вас поняла, Дельта. Извините, но на экране я других вариантов просто не вижу. Ладно, тогда нам быстрее будет разделиться. Кол, Бэр, вы туда. Мы направо. Радируй. Давай. Только радируйте, пишите вход. Ох, я не знаю, что мне эта мысль не нравится. Непременно буду иметь это в виду. ГС. А теперь пошел. Yes, sir. Давай, Кол, двинулись. Черт, Маркус. Да ладно. Он переживет. Итак, наша контрольная точка попасть на завод. Ну что, с Богом. Возможно, мы даже здесь найдем кое-какие жетоны. Так. У нас гости. Да, я видел. Лучше бы я этого не видел. Так, у нас фулл комплект патронов, брат. Так что давай будем с тобой аккуратненько идти вперед. Что так кричишь-то, а? Все. У нас есть поклонники. Ну давай. Готовься, брат. Хоть они и очень опасны, но все-таки мы их встретили. Так. Давай, братан, идем. Молодцы, проработали данный момент. Вот, заходишь под... Я бы сказал бы, да? Под проект здания, и все у тебя. Нету дождя, да? Пойдем, брат. У нас есть выбор, но выбор очень невелик.
Так, пока у нас здесь тишина. Стулья, кстати, относительно такие новенькие, прям чистенькие. А я бы сказал бы, кварцев здесь нет. Так, ну что, брат, давай спускаться, наверное, я думаю. Или где-то тут другой проход есть. Не понял. Погоди. Бро, ты знаешь, куда идти? Я что-то не пойму. Мне пока непонятно, куда идти-то, что-то. Где тут проход-то? Может, я что-то не открыл? Здесь есть лифт. Штаб, мы отыскали подъемник, но нам нужен ток. Там, рядом может быть внешний генератор. Понял, будьте на связи. Внешний генератор, говоришь, да? Ну-ну. Есть питание. Пойдем, брат. Поехали. Пофигу на них. Они нам никак не могут повлиять. Ты в курсе, что под землей никто уже не был много лет? Естественно. Слушай, это же вражеская территория, но то есть мы с этими тварями наверху поднимемся, справиться не просто, да? Но под землей, они же в кромешной темноте. Да, хуже нега, но смотри, Берду не говори. Я не так напуганный после этого. Реально, как же они достали орать, а? Готовься, братан, сейчас будет нас убивать. Это Кол, мы внутри. Чего так долго-то, а? Мы тут же как минимум 2 минуты уже. Раз, два, умник. Скажите, где вы находитесь конкретно? В подвале. И тут, кстати, срач. Штаб, это Дельта, мы внутри. Я вас поняла, смотрите, завод, найдите все проблемы в вагонетке. Мы их используем для того, чтобы доставить вас в шахту. Дельта, не будете 2 минуты встречи. Давайте искать зал управления. Смотри, вот вылезет из темноты черная рука. Постарайся найти, как включить свет. Конец связи. Кстати, немного русский субтитр здесь не соответствует действительности, если честно. Заперто, я слишком толстая дверь, не прорезать. Открывай. Пошли. Открывай! Как там говорят, есть Питалово, да? Просто все мы куски порвали здесь. Странные эти шавки. Готовься, братан. Кажется, есть, да? Yeah,
Точно, Бэр, ты молодец. Переключи радио. А чего? Да ничего. О, тихо, тихо, брат, тихо, тихо, не стреляй. Кретин. Наконец-то спасатель, а? Что тут делаешь, а? Вас ожидает. Я, кстати, готов идти. Мы ищем зал управления. Где он конкретно находится? Вам надо попасть на заводчую дверь, но она заперта. По-моему, может, ты нам поможешь открыть, а? Кто я? А мы разве не уходим? Нет. Давай пойдем. Это Дельта, один доспешник. Идет по плану, но нам тут попался какой-то изгой. Где Йонас? Простите, не видел ли он здесь геоботов? Мне для тачки нужны. Эй, Берт, продолжай искать зал управления. Конец связи. Дельта 2, ответьте. Сторонник с вентиляцией. Понял, вы не поверите, где мы оказались. Штаб, может передать нам положение Дельта 2. Сигнал очень слабый, похоже на систему канализации. Тут, кстати, очень все плохо. Да ладно, Бэр, тебе не помешает, укрепишь иммунную систему. И болячек хватает, да? Конец связи. Ну, да ладно, дело дрянь. Привет, ребята. Два двоих за милу нюхать даже можно, да? Да пошел, ты сам полезай сюда вниз, посмотри, как тебе это понравится. Тут еще много чего осталось, весело хоть. И тормози, встретимся в вагонеток. Да, хороший такой заводец, да? Так же. Жетона я тут не наблюдаю. Может, просто уйдем? Нет, у нас тут еще здесь два. Пожалуйста, если останешься, они же точно прибьют. Расслабься, а. Сами расслабьтесь, вы вояки все одинаковые, фашисты бешеные. На самом деле сказал фашистские свиньи, но ладно. Ну, здесь перевод немного не соответствует, иногда не слабо понимаешь и пытаешься как-то их перевести уже по-своему. Если же тут, будет отлично. Бедняга, смотри, идем дальше, осторожно, смотри под ноги. Ненавижу это место.
Пошли, 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 пошли. Братан, идем, 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 идем. Ну. Давай, 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 давай. Дай пройти, пожалуйста, бро. Отлично. Так, патронов достаточно, гранат тоже, вот жетонов пока нет. Идем дальше. Так, депо, да? Депо с вагонетками. Эта блока порвется, а? Идем, уходим. Братишка, пошли. Что тут, сука, как интересно так стоит. Ну-ка. Йоп. Йоп. Понятно. Стартуем дальше. Ага. Что-то мне здесь снайперку дают. Интересно знать, для чего мне ее тут дают. Блин, брат, трактор, не шевелись, блин. Хорошо, блядь, парни. И пахнет, кстати, неплохо. Ничего не хочу об этом слышать. Даже ни одного слова. Как скажешь, брат, как скажешь. Что такое с резонатором, Коул? Он еще цел. Сам с собой, естественно, у трактора промашек не бывает. Главное прикрывать. Двинули. Я что-то видел сверху. Не ной, это нормально. Это главное, живи, брат. Если
придется поменять кое-что. Ребята, у нас гости. Хорош. Давай. Разрезай дверь. Ага, Маркус, дверь открыта. Отлично. Так, патроны, можно я возьму, пожалуйста, патроны? Так, штаб, это Дельта, мы в зале управления. Брюхо чудовище, ребят, следующая глава. Запасаемся припасами, все идем к пиалке, давайте к отдельной вагонетке. Я с вами поеду. Чего? Давай покончим уже с этим. Так, мужики. Ну что, едем? Погоди. Что-то надо это нажать, да? Ага, запуск. Ну что, парни, готовимся. Покатаемся на вагонетках. Думаю, снайперку надо выкинуть. Вы готовы? Тогда вперед. Ну, с богом. Ну, вперед, окей. Двинемся в топку, видим вагонетки в сторону. Пойдем прямо в огонь, не вкус вагона, быстрее! Давай. Нет, контракт, равно все тихи. Давай. Воу. Нифига себе. Я понимаю, зачем мне винтовка нужна. Вот теперь была, да? Давай, вылазь. Ребята, не ясно. Воу. Приехал.
Давай, мужики. Сальтуха неплохая, да? Это было весело. Штаб, это Дельта, слышите меня? Нет. Слышу, вы почти на месте. Буровые платформы по курсу в центральном зале. Вы слышали, парни? Да. Тогда идем. Дверь машинного зала. Эй, вы, шапки. Ты в порядке? Еще бы. Вперед. Сейчас поднимусь на платформу. Прикольно, и надо бы не забыть сказать Ане спасибо. Ребята, давайте на платформы. Штаб, это Дельта, мы на боровых платформах. Вас поняла, отправляю платформу вниз. В шахте вам надо отыскать насосную станцию, установить там резонатор. Постарайтесь успеть рассвет, иначе вернутся крилы. Мяч в игру, детка. Брюхо чудовище, ребята, час быка. Ваня, да, везде крючка дерьмо, да? Хватит, ребята, давайте за работу. Надо успеть, пока крилы не вернулись. Я все понял, брат. Это другое. Got him. Жалко, жетонов нету. Вот пока ни одного жетона найти не могу. А сколько всего я нашел? 22, осталось 11 жетонов. Мне что-то подсказывает, что я их не найду. Ну и ладно. Я всяко может быть, да?
пошли, мужики. Так, рисковать резонатором мы не можем. Коул, Берт, оставайтесь тут и стерегите этот товар. Эй, мне дважды повторять не надо. Я вам сообщу, как надо будет чисто. Даже не знаю, у меня все эти подземелья одни мурашки только. Мы просто зайдем, поставим резонатор, а потом слиняем. Это как дважды два. Может быть, ты и прав, брат. Есть. Ух ты. Оу, да, братан. Отлично. Ты в порядке? Берт, у нас проблемы. Вам с Колом придется искать другую дорогу. Я вас понял, мы выходим. Увидимся на месте. Карать-то, молодец. Камон. Чисто. Ну-ка, открывай. Так, есть патроны, брат, и гранаты. Чтоб не пропадали. Sweet. Ну что, ты готов, бро? Тогда идем. Непрочная колонна. Он не докинет. Да нет, что-то докинул. Воу, полегче, ты, нормально же. Пойдем, братан. Объединиться с Бердом и Гассом. Найти насосную станцию до рассвета. Давай, брат, идем. Опять ты. О! Прикрой, брат. Ну что, пострелушник? Не хочешь гранатки? Держи. Здорово. Бум. It's no good. We'll have to find another way. Да пошел ты, короче. Не хочу я на тебя время тратить, братан. У нас есть дела куда поважнее, чем с тобой. Опять потом упали. Ни хрена себе, можно так и хребты сломать, ребята.
Аккуратнее надо в следующий раз. Как же ощутил уже падать, а, брат? Брэд, что там у вас, а? Еще в пути, черт знает, где мы находимся, но... Если мы сбились, то продолжаем движение. Если первые доберетесь до насосной станции, укажите нам путь. Идет? Естественно. Это вперед. Ты слышал? Давай, брат. Заткнись-то, а. Будет оно неладно. Чё орать-то? Так, пойдем, брат. Скоро уже зайдет солнце, кстати, но у нас нет времени, оно на исходе. Придется двигаться, чтобы найти станцию. Давай направо. Идешь налево. Пошли, братан, пойдем. Время на исходе. Скоро встретимся мы с этим паучком. Как там его зовут? Братишка, ты не пропускай, пожалуйста, противника. А то как-то я себя чувствую не очень. Вот это правильно. Вот эта музыка. Что у тебя там, братан? Итак, какая этого размера шахта, а? Да мы наверняка уже близко. Брэд, вы еще там? Да, к сожалению, мы еще там. Давай, идем. Сейчас скоро будет большущий, здоровенный Скорпач. Ну, не Скорпач, как его там зовут? Ну, вы поняли, ребята, кого мы сейчас встретим. Кидываем дробовик. А, не получается. Так, берем гранаты с вами, парни. Найс. Ну все, ты готов, брат? Скоро встретим очень интересного персонажа. Готовься, брат. Парни, саранча. Oh, черт, а. Who's next?
Что у нас следующий? Чисто идем. О, черт, а? Трупер. Ну или мы, или он. Назад дороги нет, правда. Бэр, у нас тут трупер. Четвертое объяснение землетрясения. Ладно, мы идем. Ну что, трупер? Давай. Давай, 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 выползай. Трупер, ты где? Винсес Бэр, да, на 11-16. Так, и брюхо чудовища, ребята. Брюшко чудовище. Или давайте аккуратненько тут попробуем. А вот и он. Ну пруха! По брюху. Брат, отойди, отойди, отойди. Ё-моё. Ну-ка, покажи мне пузо своё. Так вот, давай. Крепенький, да, боец? Круто. Так, он отходит назад. Дай-ка ему бонус сделаем. Держи. Его хрен прошибешь. Сзади, 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 шапки. Так, он спрятал, спрятал. Да не важно. Ладно, работай. Братан, ты где? А, ну ты бессмертный, да? Шавки. Где? Кто? Меня прикрывай, брат. Давай, надо просто как его прикончить. Я не знаю, что с ним делать. Даже так. Так, он отходит, отходит, брат. Thank you.
братишка. Пока. Сварили креветку в огне. Извини, друг, но пока будешь как Терминатор во второй части, только пальчик вверх надо было поставить. Ну что ж. А, мы как раз вовремя, да? Как раз вовремя, чтобы подсвать меня за. Черт, поверить не могу, что мы это пропустили. Ковол, резонатор, щелки. Упакован, обвязан и к использованию. Он готов. Сколько на часах? 5:15. Что за солнце? Давайте быстрее. Давайте, мужики, уходим. Красотища вообще, прям классно смотрится. Итак, давайте, брюхо чудовища, верхушка айсберга. Нам нужно будет зачистить с вами станцию. Эй, Маркус, как думаешь, сколько этих импульсов стоит, а? Я даже не знаю, сколько, и считать-то не умею. Ну что, давай, навестим их. Вставай, братан, вставай. Они крепче трутни, быстрее. Правда, я даже не заметил. Отлично, пора домой. Бэт, включи резонаторы, пока наладим лифт. Так, у меня с патронами как-то все не очень, да? А, вот, отлично.
Так, окей, что нам надо сделать? Кнопка лифта, да? А, команда. Так, ну что, лифт мы вызвали. Что теперь? Ну отлично, хоть так. Детонация сейчас будет. Давай, 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 давай. Папа, хорош. Штаб, это Дельта, у нас все чисто. Резонатор активирован. Отлично, Маркус. Будьте на связи, Ворон уже в пути. Так что возвращаемся на базу? Похоже на то. Отлично, а то я с ног валюсь. Жатва, приятель, горячая жатва, с утра и до ночи. Дельта, плохие новости. Не сработало. То есть как это нахуй не сработало? Бэх, пошли. А так что этот драный изолятор ни хрена не высветил. Аня говорит, что там не хватает данных, но я не знаю, что это непонятные сети. Тут сотни изоляторов мало, чтобы нанести все ходы на карту. И что? И что делать-то? Я сейчас под этим челюсть себе сверну, понял? Ладно, заткнись, смотри. Феникс, видишь, эти ходы саранчи, сам знаешь, что я прав. А где ты это взял, а? Ну, появилось на экране, когда я его хакнул. Там были файлы. Не знаю, как это работает, но... Феникс, что там у вас? Аня, вы это видите? Да, рядовой Берт. А он прав, кстати. Я бот показываю больше данных по туннелям, чем резонатор. Ну что за бред, а? Скажите мне, откуда эти данные? Сэр, они из Восточной Академии. Если совсем точно, из дома его отца. Чего отца-то? Сержанта Феникса, сэр. Что ж, Феникс, ты еще станешь найти дорогу домой? Да, сэр. Тогда давай, смените курс вертолетом, лейтенант. Пусть идут где-то туда, живо. Так точно, Марко, смотри оба. Так точно. Понял вас. Штаб.